Літо добігає кінця, і здається, що наших трударів, садівників, городників, дачників вже менше турбот. Але це тільки на перший погляд. Зараз ми запитаємо у нашої гості, які найактуальніші проблеми, які найголовніші турботи зараз у наш час у садівників. Отже, до нашої студії завітала Надія Гуньковська, голова Миколаївського обласного об'єднання садівників. Доброго вам ранку. Доброе утро, студия. Доброе утро, уважаемые садоводы, которые сейчас внимательно слушают нашу передачу, любят ее, судя по обращениям к нам, благодарят телевидение за такую помощь, которую нам оказывают именно в консультациях на телевидении. Масса народа слушает, поэтому я сегодня хочу остановиться на очень важных вопросах, которые больше всего волнуют сейчас садоводов. И в данный момент нужно проводить, конечно, обработки, чем и как. И я сегодня хочу вам рассказать. А я запрошу до диалога усіх вас, шановні друзі, тих, кого турбує такі літні та осінні проблеми догляду за присадибними ділянками. Телефонуйте до нашої студії своїми запитаннями просто зараз за номером 76-92-42. Отже, які ж найголовніші проблеми зараз у садівників? Сейчас садоводы столкнулись с очень большой проблемой в этом году. Это заболевание Aedium mildew, конечно, на виноградниках. И сейчас виноград. Да, виноград. Сейчас в основном, конечно, садоводы борются именно с Aedium на виноградниках. Массово даже сорта, которые комплексоустойчивые, тоже в этом году поразились этим грибковым заболеванием. Что же сейчас нужно делать? К сожалению, что уже некоторые сорта уже созревают. Поэтому будьте внимательны, знайте, когда созревают у вас ягоды, обработки химикатами, конечно, мы не рекомендуем проводить до сбора урожая. Единственное, что можно посоветовать в таком случае, если уже осталось неделя, две недели осталось до сбора урожая, можно обработать коллоидной серой. Коллоидная сера, она не так вредна, и через 3-4 дня можно срывать виноград, помыв, і його можна употребляти в пищу. Ось ця сонячна ягода, перш ніж визріє, вона, здається, проходить всі випробування. Так, вона, цей кущ морозостійкий, і посухостійкий, і любить сонечко, але ось перед хворобами все ж таки не встоїть. Климатические условия у нас в области, они достаточно способствуют развитию винограда. И очень много сортов сейчас у нас виноградари наши используют в своем, высаживают. Но, конечно же, борются с заболеваниями, этими грибковыми заболеваниями. Что же способствует развитию этого заболевания? Конечно же, это климатические условия, которые в этом году были дождливые, погоды были, дождь шел, а потом резко поднялась жаркая температура. Это для винограда, конечно, губительно. Для развития грибковых заболеваний это, конечно, очень хороший климат. Значит, сейчас я вот сказала, что не рекомендуем обрабатывать химикатами, но поздние сорта нужно, конечно же, еще обрабатывать. Чем обработать? Значит, квадрис может быть самым лучшим на сегодняшний день препаратом. Он тоже недолго держится в плодах, через 7-10 дней уже можно его использовать ягоды в пищу. То есть за тиждень, за два тижні до вистигання ягід ще можна обробляти ось цим препаратом? Перед, тоже перед збором урожаю ще можна обработати такими народними средствами, як розовий раствор марганца, це 3-4 грама на 10 літрів води, або ж кальцинованою содою, це 50-60 грам на 10 літрів води, додати туди якийсь прилипатель, можна навіть в виде 2 столові ложки сахару.
і обробляти виноград – це вже перед созріванням. Ось така звичайнісінька сода може прийти на допомогу. Да. Да. І, конечно же, а скажіть, будь ласка, якщо ось такий солодкий розчин буде, він, мабуть, ще більше шкідників приверне до винограду, ну, хоча вони і так дуже добре знають, да, де він росте, різні оси, да, бджоли. Я скажу, да, скажу, як немножко предотвратити от, поїдання осами наш виноград. А сейчас хочу еще остановиться на тех моментах, которые, конечно, садоводы иногда игнорируют и упускают. Значит, нужны для винограда, нужны, конечно, своевременные подкормки. Что является подкормкой в данный момент для винограда? Это, конечно, фосфорно-калийные удобрения. Для того, чтобы вызрела хорошо лоза, чтобы виноград накопил сахар, и для того, чтобы закладка шла на будущий урожай именно сейчас, в этот момент созревает почка. Еще навіть не зібрали цей врожай, да, а вже думаємо про наступний. Да, о следующем урожае. Значит, есть определенный вид удобрений, это минеральные удобрения, фосфорно-калийные. Или же у кого есть суперфосфат, значит, можно взять 20 грамм суперфосфата и сернокислый калий, 20 грамм, и развести в 10 литрах воды, и можно подкормить виноград. Или же можно делать внекорневые подкормки, и хороший метод сейчас садоводы избрали, и он очень эффективный в нашей зоне, это вытяжка, зольная вытяжка. То есть это надо взять 2 килограмма золы, древесной золы, залить кипятком 10 литров, надо, чтобы она постояла 2-3 дня, потом берете 2 литра этой вытяжки, разводите на 10 литров воды и делаете внекорневую подкормку для винограда. То есть такие простые засоби, да, дают, да, они очень эффективны. Значит, подкормки нужно проводить через 10-12 дней. Тогда только будет эффект, и вы увидите, настолько будет у вас слажен виноград, настолько у вас будет лоза более подготовлена к зиме, то есть она будет иметь соломенный цвет, она будет вызревшей хорошо и будет без повреждений. Потому что сильный куст, когда его хорошо подкормить, следить за ним, вовремя поливать, конечно, заболевания эти будут посещать ваш виноград реже. Це, ну, такі дуже важливі поради, да, і я думаю, що наші садівники їх із великою вдячністю сприймають, тому що скільки праці вкладається в кожну рослинку, в кожний кущик, в кожну ягодку. А от скажіть, будь ласка, ви сказали, що полив, крім підгодовування, ще, власне, треба поливати, да, виноград. Виноград сейчас уже перед созріванням, которые сорта, поливать уже мы не рекомендуем. Заканчивать полив нужно за 10-12 дней до созревания ягоды. В связи с тем, что ягода набирает влагу быстро и потом начинает трескаться, загнивать, и приходит в негодность. Поэтому поливать уже сорта, которые перед созреванием, мы не рекомендуем. Поливать только поздние сорта, для того, чтобы от увядания гроздей, чтобы она, конечно, еще продуцировала у нас до своего созревания. Сад, конечно, поливать еще нужно, и особенно поздние сорта, потому что земля пересыхает, и питательные вещества, конечно же, с сухой земли растение не может взять. Поэтому овощи, деревья, ну, клубнику, если кто выращивает, то все это, конечно, надо поливать. Виноград нужно очень осторожно, бережно к нему относиться, хотя эта культура вроде бы как так, произрастает. Стика, здається, да, що в нашей зоне хорошо она произрастает. Не стільки багато догляду, як, да, за іншими культурами. Но нужно, конечно, ей уделять внимание конкретно. Мы с вами говорим про врожай, про майбутній врожай, але ви підготувалися показати і втрачений врожай. Що може натворити хвороба, шкідники із яскравими ягідками? Давайте покажемо нашим глядачам. Я хочу показати садоводам іменно наглядне
наглядный виноград. Приклад, так. Да, это пораженный аидиум. Дуже багато цього річ. Да. Так, такої хвороби. Да, очень много садоводов. Его, этот виноград, конечно, он поражен. Вы видите, лист очень сильно поражен. И очень поражена ягода, и поражена уже лоза. Я выбрала самый такой куст наглядный для того, чтобы показать садоводам, что может привести, если не обрабатывать вовремя виноградники. И это может перейти и на следующий год, потому что грибки этого заболевания, они не гибнут и распространяются еще и остаются на следующий год. Поэтому, если случилась беда, вы не вовремя обработали виноград и хотите, чтобы на следующий год не было такого заболевания, вот, значит, нужно обязательно срезать эти ягоды и обработать уже виноградник более сильными препаратами. Это может быть мекал, это теовит. Вот такими препаратами, которые, чтобы убили эту инфекцию. Але вже після збору врожаю. Урожай, конечно, здесь потерян. Его нужно срезать, но выбросить его, закопать его в землю. Потому что если вы оставите у себя на участке или некоторые бросают в компостные ямы, этого делать не следует, потому что эти грибки, они снова будут вам повреждать виноградники и другие культуры. Также. І ще не тільки грибки, так, а ще й інші шкідники полюють на ягідки. І замість ось таких гарних сонячних ягід садівники приїжджають на свої діляночки і бачать покусані, побиті осами та іншими комахами. Як берегти врожай? Да, это есть. Конечно же, садоводы очень борются с этим. Они в садах можно развесить, конечно, компоты, взброженные варенье в бутылках для того, чтобы осы и пчелы туда скапливались, и их потом можно будет выбросить. Но еще метод сейчас садоводы избрали более эффективный. Это, конечно же, продаются вот такие сеточные мешочки, которые помещают грозди винограда, завязывают, осы и пчелы туда, конечно, не проникают. Виноград хорошо там продувается, созревает, и это очень эффективно. Они есть в продаже. Сейчас стоимость одной сеточки стоит 1,50 гривны. Поэтому эти сеточки, они многократного использования, их покупают, и на 5-6 лет достаточно можно пользоваться, и очень эффективно. Ну що ж, я сподіваюся, що якщо дослухатися всіх ваших порад, то можна не тільки зберегти врожай цього року, а вже й попіклуватися про наступний рік. І ще пару хвилин для того, щоб нагадати, які ще найголовніші обов'язки наприкінці літа у садівників і городників. Сейчас, в даний момент, всі садоводи повинні підготовити грядки під пересадку клубники. Значить, ці грядки повинні бути хорошо удобрені, все повинно бути розмічено, внесені весь комплекс всіх удобрень, які ви повинні, особливо фосфорно-калійне, це буде для образування і корневої системи, і для росту. І, звісно ж, потрібно підготовити хорошо матеріал клубники для того, щоб знайти хороші сорта для посадки клубники вже в ґрунт. Тому зараз ось така робота в саду ведеться. Коли висаджуємо суниці? В начале сентября уже можно насаживать. Тобто останні дні літа, да, тільки спадет винограду і жара, суниця. Тільки спадет жара. В жаркую, конечно, погоду ми не рекомендуємо висаджувати. Тільки спадет жара, уже можна висаджувати. І хорошо в течение 10-12 днів нужно осуществить хороший полив. І для того, щоб хорошо укорінилась наша земляника. Дякую, Надія Олександрівна. Ваші побажання нашим глядачам. Да, я, конечно, хочется пожелать садоводам за их такой труд, который они в садах своих используют, конечно же, высоких урожаев, и чтобы вас радовали ваша дача, чтобы вы с удовольствием могли приехать туда, полюбоваться своими плодами труда и порадовать свои семьи, внуков, детей.
Ну і, звісно, всіх нас, ніколаївців. Дякую вам, приємного вам продовження дня.